сейчас добираемся до агентства, и здесь просто какие-то развалины страшные. Вообще идти невозможно. Раньше было невозможно из-за того, что улица была прямо вниз, так сейчас просто вообще. Я еще и на каблуках, и это просто кошмар какой-то. Какие-то стройки происходят у нас на районе. Вот такие вот дороги в Стамбуле. Здесь что-то строят, дорогу строят или наоборот рушат. Сегодня суббота. Привет, друзья. С выходными вас. Я утром сходила на пилатес. В общем, я здесь совсем отдыхаю, кайфую. У меня один или два кастинга в день. А так вообще ничего, какое-то затишье, я надеюсь, перед бурей. Сейчас, наверное, зайдем, возьмем чашечку кофе. У нас очень крутое агентство, называется True Models, еще раз повторяю. И у нас есть кафе, которое находится прямо под агентством. Там бесплатно всем моделям дают кофе, любой кофе. Эспрессо, американо, капучино, латте. И очень вкусный зерновой кофе, я просто балдею и тащусь. Вот мы сейчас подходим к агентству. Очень милый райончик. Я вообще в восторге от улиц Стамбула. Просто потрясающе. Я не могу их ни с чем сравнить. Я раньше говорила, что Стамбул чем-то похож на Милан и Сингапур. Вот, что там. Но сейчас я понимаю, что это просто ни с чем не сравнимо. Совершенно ни с чем. Вот мы пришли в Розмарин. Шли минут 20 или, наверное, даже полчаса от нашего дома. Идем на рынок. Зачем, я не знаю. Но какая разница, гуляем по Стамбулу. Погода просто потрясающая. Я думала, я замерзну, но здесь очень круто. И мы сейчас идем по какому-то мосту. И здесь все ходят, все фоткаются и все ловят рыбу. Правильно, что время терять-то зря. Не надо мне ваши булочки. Но выглядит они очень красиво. Очень длинный мост. Мы уже идем по нему 5 минут точно. Ну, длинный, очень длинный мост. Везде ловят рыбу. И здесь ужасно воняет рыбой. Я чувствую, когда приду в апартаменты, буду просто, меня будет переть рыбой. Везде, везде все ловят рыбу, везде рыба. Тут же они ее ловят, и тут же они ее продают. Очень странно.
Долго шли, наконец-то пришли на базар, но он, походу, закрывается. Да, здесь какой-то чай, рахат лукум вижу. Очень много разных видов рахата лукума. Обалдеть, сейчас покажу. Как хочется все, попробовать просто все, но оно все такое дорогое. На моей pocket money у меня не получится все пробовать. Yeah. Which one is the best one? I think this. This is the best? Yeah. This rose. It's rose. Rahat lukum is rose. Господи, thank you so much. Rahat lukum is rose. No? Потрясающе. It's good. It's good. It's amazing. Фотоженик. Thank you. Сейчас покажу. Hello. Hi. This one beautiful lady. Okay, I'm gonna try this one. Try this one. Very, very beautiful. Where are you from? Ukraine. Very nice. Thank you so much. Bye. See you on YouTube. Okay. Bye bye. Я в восторге. Господи, потрясающе. Нет слов. Так похожу и наемся. Надо найти еще. С рахат лукумом. Вы слышите, играет русская песня? It's Russian song. Yeah. Ладно, пойду я дальше. Прикольно. Играет это Лада Седан, баклажан. Ну чё, привет, базар, привет, мир всяких пряностей. Мы сейчас находимся на рынке пряностей. Чили, всякие штуки, всякие грибы. Что они делают с этими грибами? Почему они такие разноцветные? Помело, папайя, манго. Turkish delight. Uh-huh. You want? Опять рахат лукум. Обожаю поесть. Hi. Thank you. Заманивает, заманивает. У меня нет слов. Надо еще пойти походить. It's amazing. Take my jacket. Hello, your brother. Hello. Can you dance? This thing where we're young. No, because сколько же здесь всего, просто очуметь. Не знаю, турецкие рынки очень отличаются от всех, в которых я только была. Ну, это понятно, да? Они находятся, во-первых, внутри, потому что здесь потолки. И они очень такие специфические. Здесь все блестит, все вот
горит, везде какие-то огоньки, все такое переливается. Ну, реально, турецкое. Меня отец попросил привезти ковер домой. Персидский. Вот еще, но пока персидских не вижу, пока вижу только такие, папа. О, и вот еще есть тоже ковры. Надо будет папе купить персидский ковер. Заказал уже. Which one is? I like some of them. Вечера я находилась, напробовалась рахат-аль-хума. Конечно, не наелась. Я бы походила бы еще пару кружков, но я больше не вижу никакого рахат-аль-хума. Там, где мы уже были, там я уже взяла рахат-аль-хум. Очень вкусно, безумно вкусно, но очень дорого, поэтому только ем, только пробую. Я на самом деле уже бы и домой не против пойти, потому что я не ярый фанат шопинга. Не нравится мне шопинг совсем. Я посмотрела, подкрывала рот, поела. Мило, красиво. Все, спасибо. Надо бы домой двигать. This is so good. Why? Oh, no gas. Не знаю, была здесь или нет, но вкусно. Super good. Good. Очень вкусно. Okay. No, please. How much? We cannot. Мы пришли с девочками в одну очень-очень крутую лавочку. Да. И хозяин говорит по-русски. Хозяин говорит по-русски. Он очень классный. Это не хозяин, только продавец. Но он очень классный. И сейчас я собираюсь у него купить одну очень вкусную рахат-аль-хум с шафраном. Russian? Russian. Здесь просто огромный выбор. Я попробовала почти все. Все безумно вкусно. Я собираюсь взять. Вот это. Very different language. Okay, this give me this one. This one I will give you. Yeah. That much is good? Yeah. That's fine. Давай. 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 Положим в пакет. Да. You're in television now. Yeah, no problem. Ukrainian, Ukrainian television. Yeah. It's so good. With шафран. Один хочешь? Да, мне хочешь. Хорошо, возьму. Так куда мне столько? Розовый. Я пополнею, я пополнею. Can I have a piece of this? Like... Yeah. You hold your packet. Все, мы его окружили. One like that. It's too much. You want like smaller, безумно like вкусно. That, smaller. Мне кто-то просил поесть за вас рахат-аль-хум. Так вот, ребята, я его ем, и я ем его за вас. Безумно вкусно, просто, блин, я в восторге. Это просто нереально вкусно.